Бао, всем привет, толчки, с вами Димон Про. Сегодня наконец-то будет реакция на 44-й эпизод мини-сериала, сериала про Скибиди Тойлендс. Ну что же, мы сначала посмотрю, потом сделаю свою реакцию, то, что я увидел, в принципе, и дальше уже будет полный разбор. Уже я думаю, что в следующей серии будет эпичная битва Титана Телемена и Спикермена. Заранее так говорю. Короче, вот так. Это реально серия длинная и эпичная, где Титан Телемен убил Шкибиди Тойлендс босса, Титан, можно сказать, и убил Шкибиди Тойлендс с ракетницами. И впервые встреча такая со Спикерменом, Титаном, который увидел как раз, услышал вот эти вот звуки. Короче, будет эпичная битва. И впервые мы видим, что Титан Спикермен недовольны этим. Кстати, мы можем увидеть, что тут Телемен следит за всем. То есть мы уже рано сделали выводы, что все поняли, что Телемены нам уже не помогут из-за того, что у Скибиди Тойлендс уже очки есть. Нет, помогут. Можно тупо им врыло так дать и разбить очки таким образом, и их дальше гипнотизировать. Но в скором времени, если мы так будем продолжать, будут новый вид очков, которые будет уже сразу. Или же у шкибидиста будут такие новые глаза, которые не будут воздействовать на гипноз. Что-то сильное будет, короче, сильное оружие против телеменов такое, что не получится вообще загипнотизировать. Видим тут туалеты, которые уже раздолбаны. Трое больших унитазов Шкибиди Тойлендс убегает от Телемена, Титана. Но он в них кидает огромнейший тупо унитаз, и все, их разбомбило. Капец большой, конечно. Ну, красавчик Телемен, скажу. Вообще. У него сзади еще, это ножи такие, чтобы вот так драться или что. Походу ж ножи. Это как раз в его груди, как раз я забыл, как оно называется, шар, который как раз, можно сказать и так, сердце это его такое, которое, если его уничтожить, то все, он не будет жить. Это у всех титанов такое. У титана Камерамена, Спикермена и Телемена. И Шкибиди Тойлендс босс такой большой с очками, у которого щупальцы, что он так передвигался. Но смыть его нельзя, так что только его уничтожить ему голову и все. Дал ему так врыло, что и разбились очки. Не ожидал такого. И загипнотизировал. То есть он может еще выдавать такой звук. Такой, что очень бесит шкибидистов. И у них взрывается башка тупо. У него башка взорвалась тупо от такого. У них очень усиленный гипноз. И прилетает внезапно в него ракета. Но он очень сильный и бронированный такой, что
Все равно, что ракета прилетит, не разобьет ему экран. Ну вот, три шкибидиста, вот тут главный с ракетницами такой, а другие такие летающие. Они тоже с очками. И тут прилетает такая еще один. Прилетают большие колонки. Походу, это помощь наша телеменам от спикерменов. Где колонки ему то так ставятся, чтобы его улучшить еще. И тем более ему вот эта большая очень колонка прикрывает основное сердце, чтобы его защитить. И он сейчас использует максимальную свою мощь из гипноза такого теле, из своего же, своей головы, и с максимальным звуком, чтобы тупо разорвал их чертям. Ну вот видно, что она всю мощь тупо использует свои силы. Ну, они тоже помирают. Ну, он очень сильный, реально, вот еще повторюсь, сильный. С такой защитой тем более. Тут нежданчик. Мы тут видим, что на вот этот весь балаган, так сказать, и звуки такие, уже пришел спикермен «Зараженный Титан». Ну и еще подмога такая шкибидистов летающих. То есть, да, он уже типа хочет уже с ним подраться. И так что в следующей серии, думаю, уже будет сам бой легендарный. Надеюсь, он его не уничтожит полностью, а просто увидит, что он заражен, и вытянется с него того паразита-шкибидиста. И он придет в нормальное состояние, хоть будет отмудохан немного. Но просто главное, чтобы он его не убил до конца. Ну и надеюсь, все же вернется наш самый первый титан, это Камерамен, улучшенный, с апгрейдом. Да, типа он уже так, я понял, уже устал, блин, посражался с главным, и тут уже вылез еще один спикермен Титан. И он так обиделся, короче. Типа, да блин, мне с ними еще сражаться, что ли? Я уже и так устал. Не, я уверен, что и в этой серии, в следующей серии, когда если будет бой, но он может и не будет в следующей серии. А только после следующей серии. Если будет бой, то я уверен, что там будет G-Man Шкибиди Тойлэнс. G-Man, это, и я понял, я недавно узнал имя вот этого главаря шкибидистов большой. Его, он-то вообще, этот персонаж есть в Гаррис Мод, его реально там зовут G-Man, и он тут используется как главный глава шкибидистов. Так что его так и жалуют, зовут G-Man. Я уверен, что G-Man будет с подтишка следить, чтобы выйти на помощь спикермена, если он будет вообще сражаться, и ему будет плохо там, чтобы ему же помочь. Но мы знаем, что он уже апгрейден, что у него апгрейд у Джимена, что он летающий с ракетницами. Это да. Так что такая будет жесткая битва, и думаю, в этой битве присоединится не только присоединится, короче, и камерамен Титан. Вместе с Телеменом Титаном. И они будут так сражаться вместе. Это будет легендарный бой, которого мы очень сильно ждем. Где он будет долгим, я уверен. Но так что будем ждать. С нетерпением. Я очень этого жду. Так что будем пока что заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.